Авиация, инжиниринг, машиностроение. Ульяновские власти нашли перспективы сотрудничества с башкирскими производствами. Уфу посетила большая делегация во главе с Алексеем Русских. Соседей заинтересовала обработка металлов от УАЗа, лазерная полировка, поставка датчиков. Репортаж Артем Петрова. На уфимском компрессорном заводе основная часть оборудования и комплектующих уже заменена на отечественные. И теперь здесь держат курс на импортозамещение мелких деталей, в том числе электронных компонентов. Свою продукцию соседям готовы поставлять ульяновские предприниматели. Вместе с Алексеем Русских в Башкортостан приехала большая бизнес-делегация. За сегодняшний вот один день уже там несколько потенциальных договоров у нас в нашей с вами копилке. Это значит, что мы друг друга будем обогащать, обмениваться технологиями. В Центре управления республикой Алексей Русских и премьер Башкортостана Андрей Назаров провели расширенное заседание по промышленной кооперации и машиностроению. Открывая встречу, ульяновский губернатор подчеркнул, что в условиях новой реальности плотное взаимовыгодное сотрудничество регионов становится фактором стабильного развития, независимо от любых внешних вызовов. Глава республиканского правительства добавил, регионы уже давно связывают добрососедские отношения. Традиционно мы поставляем в Ульяновскую область топливные продукты. От вас в Башкортостан вводится машиностроительная, лакокрасочная, трикотажная продукция. Укрепление межрегионального сотрудничества и реализацию перспективных совместных проектов чуть позже Алексей Русских обсудил с главой Башкортостана. Ради Хабиров высоко оценил эффективность работы ульяновских особых экономических зон и привлечение инвестиций в экономику. Ульяновская область – это очень серьезный и крупный технологически развитый регион. Там 85% экономики составляет обрабатывающая промышленность. Очень высокие компетенции в сфере авиационного строения. Поэтому, конечно, нам это интересно. В ближайшее время ульяновская делегация планирует посетить и другие российские регионы. Сегодня поездки с бизнес-миссией имеют особую значимость. Еще недавно предприятия закупали импортные комплектующие и даже не знали, что буквально за забором производят аналоги, которые превосходят зарубежные не только в качестве, но и в цене. Сегодня настало время больших отечественных коопераций, не зависящих от иностранных компаний. Артем Петров, Вести Ульяновск из Башкортостана.